Всем привет, Днепр на связи, вот уже и вечер. У нас, друзья, продолжается сигнал воздушной тревоги. Был зафиксирован пролет ракеты через нашу область. Писали, что ракета на Кривой Рог. Ну и вроде как работа ПВО, сказали. Жители Криворожского района могли слышать взрыв. А может и не могли. Ну, в общем, вроде как могли. Сейчас вот ходил по городу, возле обменников такие очереди. Курс растет. Видимо, или покупают, то, что я видел, в основном сдают доллары. Ну, жить за что-то же надо. Так вот. Так что, друзья, летают ракеты. Продолжается тревога. Мы сейчас попытаемся с вами отвлечься. Давно мы с вами не ходили в такое замечательное место, как секонд-хенд. Сейчас пойдем. Я знаю, что некоторым эта рубрика нравится. Там должно быть много людей, потому что сегодня там все вещи, все, кроме эксклюзива, по 46 гривен. Вроде так мне подсказали. Так что сейчас с вами пойдем, посмотрим. Это у нас проулок искусств. Такой вот. С рисунками различными прикольными. Архитектор, видите, кто цирк построил, видимо. Ну и в информпространстве продолжают обсуждать смерть Навального. Ой, Запад винит Россию и лично Путина. Сейчас смотрел заявление там россиян, говорят, виноват Вашингтон и Брюссель. На самом деле многие по делу замечают, что умер и умер, каждый день умирают тысячи людей. Мало того, каждый день, в том числе и в Украине, как показала практика и в России, да, события. В Белгороде погибают дети, взрослые, женщины, мужчины. И я бы с радостью обменял их жизни на жизни всех чиновников везде, во всем мире. Без зазрения совести. Жизни тех, кто посылает на убой, кто ворует, кто присосался к народу и высасывает последнее, паразитируя на этом. Вот так и живем. Просто паразитируя. Ого, что тут происходит? Посоврала день рождения, что ли? Афина группа, это, наверное, какой-то корпоратив у людей сегодня, пятница. Туда народа идет немерено. Да. Какой-то движ. Корпоратив. Скорее всего. Так, вновь говорят о фиксировании беспилотников разведывательных. Опять же, Днепр, Запорожье, область. Спокойного мало, как-то оно все тревожно и тревожно. Еще и холодно. Вот уже привык к теплу. И сейчас, вы знаете, вроде как ноль, там плюс один, а ой-ё, там на Риду. А, сегодня все по 30, смотрите, интересно. Вчера было по 46, мне говорили знакомые. Все по 30. Друзья, любая вещь, вот это ведь, с белым ценником, 30 гривен. Гребут перекупы, приходят там. Видите, все, вот эта шуба, что она такое, видите, стоила 420. Сегодня 30 гривен. То, что в понедельник
Новый завоз, новые цены. Вот такая куртка, видите, с мехом. 470 стоило, 30 гривен. В общем, все по 30, прикиньте, что творится. Такое вот 330, 30 гривен. Вот так люди искупляются. Да, видите, сколько народа. Последние дни в секунде перед завозом. Народ бежит, скупает. Знакомые говорят, вчера там тюками выносили такими сумками. Ну, типа, меньше вещей. Чем позже, тем меньше вещей. Ну, секонд, получается, все это подчищает. Ну, а потом это все оказывается в интернете, на ЛХ, в том числе на барахолке. Видите, джинсы 30 гривен. Все по 30, друзья. Везде, где белый ценник, 30 гривен. Только эксклюзив, там цена не падает. Лакромосы. Все по 30. Вот такие всякие джинсы, одежда. Все по 30 гривен. Ё-моё, что творится. Можно вложить и как пойти, как продать по 40. Многие так и делают, крутятся. На самом деле, несмотря на то, что уже мало вещей осталось, можно что-то для себя, там, наверное, людей находят. Эти шортики, рваные ретузы, ух, какие брючки. Ой, хотел молнию проверить. Оно сломалось. Вот это что? Тоже 30. Зендер тоже 30. Ну, вообще не буду повторять, что... Эти сколько людей. Это рубашки. Все по 30. Многие ждут, а так и скупляются потом. Особенно если у вас маленький размер, какой-нибудь там S-ка, M-ка. Вещей очень много остается. Свитеров особенно. I'm sexy and... Что-то там... I snow. Прикольные. Пиджаки. Это все, видите, тоже какое-то модное что-то. Camel Active, как сигареты прям. Вот он стоил 420, сегодня 30 гривен. Ну, а есть эксклюзивный. Эксклюзив, как бы, цены. Ну, вот тут уже, наверное, не осталось желтых ценников. Да, уже. Эксклюзива уже нема. Его куда-то забрали. Оставили, короче, чисто must market. Видите, всякое-всякое. Женское, мужское, детское. По барабану. Платье, народ тарится. Короче, такая обстановка. Блин, на запах все-таки присутствует, хотя я нормально отношусь. Но сейчас после болячки нос пробился, запах я вообще так четко ощущаю. Все-таки, ну, присутствует запах, не такой прям сильный, как в других секондах, но он есть. Поэтому так вам показал немножко. Вот такая вот обстановка в городе. Вечерний Днепр, наш любимый, прекрасный и красивый. Самый-самый лучший, по крайней мере для меня, город. Удобный. Немножко, видите, по секунду погулял, вам показал, чтоб знали, может, кому реально надо там. Вот я, вот реально я себе никогда ничего еще ни разу в секонде не смог купить. Один раз, правда, даже обмерил куртку, потому что, ну, неплохая была и цена доступная, ну, была маловато. Поэтому вот я ни разу, друзья, ничего себе в секонде найти не смог. Желаю вам приятного вечера. Берегите себя. Ой, не ведитесь на провокации всякие. Ну, сейчас хватает и больных на голову. И просто троллей, просто каких-то
энергетических вампиров. Даст Бог, еще поживем с вами. Живы будем, не помрем. Ну, а если помирать, то одного раза не миновать, а двух не бывать, как говорится. Все, всем всего самого лучшего. Слава Украине, героям слава. Видите, написано. Слава Украине, героям слава. Обмен валют. Патриотический обмен валют. А какой курс, не пишут? Сейчас вроде что-то 38,7 продажа и покупка от 37,8 до 38. Насколько я помню. Видите, там кафе. Люк проваливается. Ай-яй-яй. Какая бесида. Кровосища. Пиздец и пиздец. Вот это еще Днепр турист-центр сделали. О, вот дают. И там никто не сидит. Он закрыт. А бабки кому-то капают. Вот там он. Беребины играют. Весело будет сегодня вечером. Тут будут беребины. Центральный универмаг. Сколько лет этой вывески? Мама, не горюй. Дык-дык, дыц-дыц. Дыц-дыц, дык-дык. Дыр-дыр-дык. Дыр-дык. Дыр-дык, дык-дык. Все, всем спасибо. Целую, люблю. Бывает.